Сейчас под березовики, а вот наткнулись на мухоморы. Здесь целая семья там мухомора, вон. Раз, два, три, четыре, пять, 10 штук. Вон они там вон, в глубине растут. Под елками. Адские грибы. Куча мухоморов. Прям понад дорогой. Под березовики пошли. Сейчас, в общем, найдем. Я сегодня первый день нормально себя чувствую. Простудился. Мухоморов куча. Вот сейчас мы заехали вглубь леса. Обходим теперь с другой стороны, с тыльной. В общем, где это все находится. Вон мухоморов. Куча. Какие мухоморы. Красивые такие. Красные. Сейчас будем под березовики искать. А вон мухоморы. Смотрите. Огромное количество. Сколько мухоморов. Очень много. Вон они там за елками. Вон он огромный. Мухомор. Так что мухоморов много в калужских лесах. Мы ищем маслята и подберезовики.